Добрый день, уважаемые слушатели, с вами канал «Эзотерика для тебя». И мы сегодня с вами поговорим о медитации, которая называется «Крылья ангела». И благодаря ней вы сможете избавиться от проблем и привлечь удачу. Медитация – это одна из распространенных практик, которая еще с древних времен использовалась для обретения внутренней гармонии, удачи и счастья. Духовные практики восточных религий всегда имели огромную популярность. Они помогают человеку зарядиться положительной энергетикой и направить ее в нужное русло. В жизни каждого человека наступает момент, когда удача покидает его и проблемы накрывают с головой. Кажется, что с каждым днем успехи и везение уходят все дальше, и порой справиться с трудностями невыносимо сложно. Чтобы удача стала вашей постоянной спутницей, а все неприятности остались за спиной, достаточно встать на путь духовного роста. С помощью медитации «Крылья ангела» вы сможете переступить через все жизненные препятствия и трудности и вновь повернуть к себе фортуну. Особенности данной медитации. Главный смысл медитации «Крылья ангела» кроется в обретении покровительства и защиты Вселенной. Благодаря ей вы привлекаете в жизнь положительную энергетику, тем самым активируя свою внутреннюю силу. Чем больше вы занимаетесь медитацией, тем выше ваши успехи в поиске себя. Самое главное – это умение визуализировать свои желания. Чтобы настроиться на медитацию, думайте позитивно, представляя себе, что удача уже стала вашей постоянной спутницей. Так как медитация требует полного погружения в себя и работы над собой, вам необходимо абсолютное уединение и тишина, чтобы прочувствовать свои подлинные чувства и переживания. Медитация «Крылья ангела». Данный вид медитации является очень действенным и эффективным. Главное – научиться правильной технике выполнения духовной практики «Крылья ангела». Первое, что необходимо сделать, это направить все свои мысли на созидание возвышенного, находящегося внутри вас. Вы должны почувствовать некую божественную силу и сконцентрироваться лишь на ней. Ощутите, как внутри вас просыпается и бурлит поток бушующей энергии. Прочувствуйте, как наполняется силой и любовью ваше сердце. Когда у вас получится установить связь со Вселенной, когда вы отпустите мысли о разделении божественного и материального, вы действительно сольетесь в одно целое с космосом. Покинув пределы своего тела, наслаждаясь связью с мирозданием, вы ощутите, что в вас и заключается весь мир, что вы и есть Вселенная. Вообразите, что у вас за спиной белоснежные крылья. Дайте волю своему воображению и фантазиям. Ощутите на физическом уровне, что вы обладаете крыльями, наполненными светом. Насладитесь этим мгновением, соединитесь с ними в единое целое и позвольте им укутать вас, словно одеяло, укрывающее от негативной энергии, бед и неудач. Они отгонят от вас все потоки отрицательной активности, позволяя вам вновь обрести счастье, спокойствие, гармонию и удачу. Крылья ангела способны оберегать вас от любых жизненных трудностей, увеличивать поток вашей жизненной энергии и очищать ваши чакры, восстанавливая гармонию вашей души. Данная практика рассчитана на регулярное исполнение, не более 30 минут в день. Чтобы медитация дала свои плоды, вам может потребоваться от 21 до 90 дней. Уже после месяца систематичной работы над собой вы ощутите легкий ветер фортуны. В конечном итоге вы сможете обрести духовные крылья, которые прогонят все неприятности прочь. Когда черная полоса отступит, уже ничто не будет мешать удаче ворваться в вашу жизнь. Вы обретете силу, уверенность в себе и желание идти вперед. Пусть крылья станут частью вас, даже когда вы закончите практиковать данную медитацию. Не дайте крыльям покинуть вас. Постарайтесь прийти к тому, чтобы при малейшей мысли о крыльях ангела они сразу же появились у вас за спиной, озаряя вашу душу чистым светом. Данная практика является очень мощным проводником в светлый, чистый и духовный мир, где вы обретете истинное счастье, удачу и успех, отгоняя от себя прочь все проблемы.
помните, что лишь от вас зависит ваше внутреннее состояние. И только вам решать, наполнять ли душу светом, избавляясь от неудач, или же позволить проблемам и дальше идти за вами по пятам.